В Ингушетии неизвестные расстреляли машину силовиков на трассе «Кавказ». Целью преступников был зам руководителя регионального центра экстремизма Адам Хамхоев. Три человека погибли, они были двоюродными братьями замруководителя регионального центра Э, на которого совершилось покушение. Предварительно сам Адам Хамхоев не пострадал. Это уже пятое покушение на него, пишут телеграм-каналы. По информации телеграм-канала «Шот», нападение произошло около 10 вечера 11 октября на заправке рядом с городом Назрань. Неизвестные выскочили из серебристого ВАЗ-99 и открыли огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находились силовики. Автомобиль, на котором скрылись преступники, позже обнаружили сгоревшим в поселке Майский. Предварительно нападавшие могли сбежать из Ингушетии. В республике объявлен план перехват. Убийц разыскивают сотрудники полиции. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по двум статьям – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Примечательно, это уже второе за последние сутки покушение на уроженца Ингушетии. Вечером 10 октября был дважды ранен бывший зампредседателя правительства Ингушетии Ширип Алихаджиев в собственном доме в подмосковном Лапино. В результате нападения его госпитализировали в реанимацию. В управлении Следственного комитета по Московской области подтвердили возбуждение уголовного дела о покушении на убийство. Нападавших до сих пор ищут.